делаете да? движение сейчас правильно сначала показывает, да, вот низкая стойка, ну, можно сюда. Вы должны делать раз, выйти под мяч, да, и его довести. Часто происходит таким образом. Вот сюда мяч. Разница очевидна, да? Я дошел до мяча, я его коснулся. Но разница в доводке очевидна просто потому, что я сделал не то движение. Да, мяч не должен дойти. Раз, и здесь. То же самое вот здесь защита идет. Там зависит от того, насколько далеко мяч. То есть если я вот этот мяч буду обрабатывать вот отсюда, здесь я как-то оказался, вот у меня этот мяч. Естественно, из этой стойки я буду делать и сюда выход. Да, если я вот здесь стою, зачем мне? Зависит от того, от расстояния от мяча. Вот постарайтесь сейчас, когда вы в три касания сейчас будете держать мяч, а защищаться. Да? Вы готовите. На мысках стоите, готовите ноги. Увидели мяч, под мяч вышли, довели, сделали сами себе передачу. Опять ногами вышли теми же самыми шагами и сделали накат. Да? У нас того должно быть. Люк, с той стороны накинь мяч. Вы в защите до касания, до третьего касания, ближе подойдите. Ну как короткий накат, так сделал. Да, то здесь ушли вниз, давайте. Да, здесь вышли, раз отработали, передачу, да, мяча быстренько. Сделали накат. Да, ногами все время будете. Там три касания делаются, мы отходим и потихонечку отдыхаем, отдыхаем. Отдыхаем на третьем касании опять раз и включаемся в работу. Свои три касания максимально низко делаем. Поехали.